Девчонки, привет! Мы начинаем. Мы сейчас находимся в Академгородке, в стоматологической клинике у доктора Попыкиных. Знакомьтесь, это Мария. Сегодня она будет отвечать нам на интересные вопросы, которые касаются здоровья зубов, красоты нашей кожи, потому что даже зубы могут влиять на то, что у нас на лице. Я себе записала вопросы в телефон, поэтому если что-то забуду, то буду подсматривать. Ну что, Мария, расскажите нам про то, как же все взаимосвязано, и я, пожалуй, начну с первого вопроса, это про кариес. Влияет ли кариес на кожу? Злейший ли это ее враг, и что от него ждать? Очень рада, что ты добралась, наконец-то. Добро пожаловать в нашу клинику в Академгородок. Еще раз представлюсь, меня зовут Мария Попыкина, я врач-стоматолог с 10-летним стажем. После 10 лет стажа я перестала считать, сколько я в этой профессии, да. Вот. И, ну, такое вступление. У нас, значит, сегодня будет вопрос-ответ, да, так как очень многие люди интересуются. И интересуются тем, как же любые стоматологические заболевания влияют на нашу кожу лица. Вообще, для чего нам кожа? Она что такое для нас, для сегодняшнего дня, для сегодняшних девушек? Кожа – это самый большой орган, да, в нашем организме. Больше по площади органа в нашем организме нет. Естественно, мы за ним ухаживаем, мы делаем его лучше, краше, мы обращаемся к кому только не есть, да, и к специалистам, и там, и, не знаю, кому еще, и к магазинам, но не кому еще. Для того, чтобы просто выглядеть, соответственно, молодо, да. Сейчас у нас в моде здоровье, у нас сейчас в моде ЗОЖ, в моде красота. И поэтому мы, стоматологи, которые занимаются непосредственно улыбкой, мы также соучастны со всеми людьми, кто вообще в сфере красоты, кто в бизнесе красоты. Вот, поэтому первый самый вопрос про то, как же кариес влияет на кожу. Самым непосредственным образом. Очень многие сейчас удивятся и скажут, да ладно, кариес это же зуб, как зуб влияет на кожу. Я хочу вообще рассказать тебе, Кать, что же такое кариес. Вот ты знаешь, что такое кариес? У меня был. Признаюсь. Да, кариес существует у людей в 99% случаев. Да, я имею в виду, если взять всех людей на планете. Так вот, кариес в переводе с латыни – это гниение. Да, слово, конечно, такое себе. Вот, поэтому гнить, да, разлагаться – вот что происходит с нашими зубами в наших собственных ртах. Вот представь себе гниение. Процесс такой себе. Да? Кариес – это хронический, долгоиграющий процесс. Он не образуется здесь и сейчас. Он не образуется за 2 дня. Это очень долгий процесс. Вот. И в течение этого процесса инфекция, которая сидит на каждом зубе с кариесом, она гуляет по рту. А все, что с инфекцией, все будет влиять и на наш общий организм. Поэтому кожа, как никто другой, первая скажет вам привет. И когда мы видим у многих девушек, парней высыпание, даже в области наших зубов, да, многие не подозревают, что это банальный кариес, который надо просто вылечить. Вот в этой области. Да, это в этой области. Но, как правило, существует очень много других заболеваний, да, вот, из-за которых мы также, ну, теряем красоту и здоровье, вот, у нашей кожи. Соответственно, если это у человека кариес или он намечается, то могут быть какие-то воспаления, прыщики. И мы должны уже задуматься и проверить не только какие-то анализы сдать, но и проверить свои зубы. Обязательно, да. И все грамотные косметологи и дерматовенерологи, которые как раз-таки работают с кожей, они всегда рекомендуют посетить стоматологический кабинет. Это априори. Это комплексный подход, да. Комплексный у нас подход - грамотный подход, да, на данном вот этапе нашей жизни. Смотри, вот сейчас очень модная такая тема, как венерировать. Все хотят себе ровные, белые, идеальные зубы, чтобы
все обзавидовались. Вот виниры как-то вообще влияют на что-то, ну, помимо красоты. Да? Ну, вообще, да, на красоту. Да, влияют. Вообще можно, нельзя, что с этим делать? Да, виниры – это, конечно, вообще отдельно огромная тема, мною очень любима. И точно так же хочу рассказать вкратце, да, буквально два слова, что такое виниры, кто как себе это представляет. Вообще виниры у нас бывают двух типов. Те виниры, которые ставит врач-ортопед, предварительно обточив зуб, сняв слепок и отдав в лабораторию профессиональным зубным техникам. Да, и уже техники выливают каждый определенный винир, приносят опять в клинику и пациенту наклеивают на каждый отдельный зуб. Это называется непрямой метод. Таких виниров очень много, они называются люминиры, компаниры. Суть одна – спил зуба и установка уже непосредственно сделанного, да, винира. Вот. Есть второй способ, тот, которым занимаемся мы в нашей клинике, то, чем занимаюсь вообще непосредственно я, да, я делаю художественные композитные виниры. Это прямой метод, и такие виниры ставятся, не пугаемся, установка работает. И такие виниры, они ставятся непосредственно в полость рта на месте, да, то есть не нужно делать слепки, я это делаю тут же, сразу, вот. И это вообще, естественно, очень большая тема, потому что виниры делают по-разному, и самое главное, что на каждый способ существует свое показание, да. То есть показания, как при заболевании, да, есть такое-то заболевание, есть такое-то лечение. Также и для виниров есть показания для того, чтобы врач установил композитные виниры, да, и, в принципе, спектр, ну, вот этих показаний большой. И также есть показания для того, чтобы впилили зубы, да, если они были или уже есть в неприглядном состоянии, да, на них есть какие-то старые наляпленные пломбы. Вот. И здесь как бы такое двоякое чувство, потому что тот композит, которым работаем мы, он, конечно, это не вечность, да, но я хочу сказать, что и виниры, которые ставят ортопеды, это тоже недолгосрочный эффект, и мы должны это понимать и быть в этом осознанными. Но возвращаясь к красоте, да, о чем мы, в принципе, сегодня говорим, вообще на сегодняшний день существует понятие о красоте. Что такое вообще красота зубов? Они какие должны быть? Ровные, белые, я не знаю, большие, маленькие, улыбка какая должна быть? Это все очень сугубо индивидуально. И вообще с каждым человеком всегда работа, ну, тем интересна, что она индивидуальна. Потому что даже вот мне нравится, как сказала Кейт Мосс, про то, что тебе природа дала твою индивидуальность, так работай с ней, да, не надо из себя там строить или гнаться за какой-то модой, или гнаться за кем-то. Тебе природа дала уникальную внешность, уникальные зубы, уникальную улыбку, нос, глаза, да, там уши. Вот, так работай с этим, и любой недостаток можно превратить в достоинство. Вот, и виниры есть, которые делают как раз таки, как ты говоришь, ровные, белые, абсолютно непрозрачные. У нас, да, есть такой сленг «унитазная улыбка», да, это когда вот такого вида, такого цвета виниры ставят. И они тоже имеют место быть для тех людей, кто в этом заинтересован, да. Мы стараемся, вообще врачи стараются не осуждать людей, да, потому что у нас профессия такая. Мы относимся к людям, да, с пониманием, да, потому что, допустим, я в своей профессиональной сфере понимаю, что многие просто не разбираются, да, и посмотрев в кино, посмотрев в Инстаграме, посмотрев в телевизоре, посмотрев на Васю, да, там, на Катю, на Мишу, там, на Петю, где-то у себя там, да, в обществе, и видя, как кто-то делает, так же хотят. Вот, поэтому вот моя задача — донести до людей как раз-таки о естественности улыбок, да, то, чем занимаюсь я. Естественная улыбка — это, ну, в определенном
в плане молодость, то, как мы выглядим. И когда зубы выглядят естественно, мы, наверное, мы и сами выглядим на минус 5 лет помладше. Да, есть даже такой, сейчас тебе перебью еще 2 секунды, есть даже такой мем, да, ходит он в интернете, значит, фотография мужчины с семьей, он улыбается, и у него нет бровей и нет зуба. Так вот, первое, на что обращают внимание все, на то, что у него нет зуба, да, и только во второе, уже обращают внимание на то, что там, у мужчины нет бровей. Поэтому как бы, очень важно вообще, в принципе, зубной ряд весь иметь, да, свой. А вторичное – это уже там красота, да, первичное – это здоровье. Вот, кстати, вопрос такой есть у нас, каверзный. Вот, есть такое понятие, как стоматита, я так понимаю, это определенная язвочка, рамка во рту. Вообще, что вообще он может сделать с кожей? Вот тоже, кстати, это уже сам по себе неприятный такой момент. Очень классный вопрос. Опять-таки повторюсь, как я люблю, вообще, я вообще структурный человек, да, я люблю давать понятия всему всегда. Что такое стоматит? Стоматит – это вообще общее понятие воспаления слизистой оболочки полости рта. Это может быть афта, это может быть герпес. Да, это может быть какое-то грибковое заболевание, да, на полости рта. И стоматит – это обобщенное понятие всех каких-то мелких, да, заболеваний. Но, опять же, это все симптомы. Симптомы каких-то общих, больших, крупных заболеваний. Допустим, если у нас соскочил герпес на слизистой губ, да, бывает такое, что герпес соскакивает на слизистой носа и даже на коже носа, да, бывает даже на веках. Вот. Если у нас там, не знаю, какое-то воспаление грибкового, да, характера, оно также может быть проявляться и на коже, да. Вот. Поэтому, естественно, стоматолог прежде всего идентифицирует любое свое заболевание и обращает внимание еще и на кожу. Вот. Поэтому очень важно всегда работать в команде со специалистами. В команде со специалистами, которые, первое, назначают лечение, второе, назначают уже уход. То есть, я так понимаю, стоматит, он может даже наружу? Может, да, да. И банальное какое-то грибковое заболевание может вылезти, ну, действительно, тоже и на кожу. Еще вот, у нас в магазине есть полоски для отбеливания зубов. И многие боятся это делать, потому что думают, что что-то произойдет с эмалью. Ну вот у нас есть там полоски для чувствительной эмали, там помощнее. Вот такое отбеливание, оно как-то вредит? Вот, или, ну, то есть я пользуюсь отбеливающими полосками уже порядка 3 лет, и могу сказать, что вот абсолютно вообще никак эмаль не изменилась в моем случае. Отбеливание, да. Еще одна тоже очень крупная тема, да, стоматологии, как бы понятно, что развить здесь ее полностью, но, по крайней мере, тоже я постараюсь. Любое отбеливание – это химическая реакция на зуб. И тоже к этому надо подходить осознанно, да. Что такое химическая реакция? Любой раствор, который наносится на зуб, уже является, да, агентом чужеродным. Любые полоски, которые производят с сертификацией, разработаны вместе с врачами-стоматологами. И это тоже надо понимать. Поэтому я знаю лично те полоски, которые продаете у вас, вы продаете, да, я знаю о порядочности и, да, о производителях. Поэтому тот состав, который есть в этих полосках, он безвреден. По показаниям. У нас все всегда по показаниям. Даже полоски, которые берут у тебя люди, желательно, чтобы они консультировались со своими врачами, чтобы они ходили к своим врачам, к своим специалистам, да, я имею в виду к стоматологам, и консультировались. Да, конечно, потому что бывает такое, что приходит пациент и говорит, я попользовался полосками, но они мне не помогли. А причина всего лишь в банальном, в том, что он не проходит профилактическую, профессиональную чистку. Да? И тот налет, который есть на зубах, те отложения, которые есть на зубах, они просто не позволяют вот этим полоскам, вот этому раствору дойти, достичь своей цели. Вот и все. Вот. По поводу вредности отбеливания, я хочу сказать следующее, что, опять-таки, грамотный подход
он всегда должен быть. И зачастую вот на сегодняшний день мы знаем из СМИ, мы знаем опять-таки из всех источников, что существует отбеливание не профессионально, да, это отбеливание в торговых центрах, да. Я не буду как бы, да, там, называть какие-то фирмы, просто все мы о них знаем. Так вот эти отбеливания под вопросом сейчас у закона, да, и те люди, кто делают отбеливания вот в таких коммерческих структурах, они не имеют медицинского образования. И вот это как раз-таки очень опасно для здоровья. В общем, лучше взять волоски, которые разработаны стоматологом, нежели конечно. Да, конечно. А, вот, кстати, у меня тут вопрос такой интересный есть. Могут ли от каких-то заболеваний полости рта, зубов на лице вырасти прыщи? Да, сейчас я погидрируюсь. Чего я, кстати, и вам желаю, дорогие слушатели, да? Гидрироваться – это правильно. По поводу заболеваний. Вообще в стоматологии, помимо кариеса, естественно, существует миллион и маленькая тележка заболеваний. Заболевания есть общего характера, заболевания есть местного. Да? Про местные, как вот, типа стоматита, я уже сказала, про кариес – это тоже является местным. Очень много общих заболеваний, и это на самом деле очень серьезная, да, тема для рассуждения, потому что многие, допустим, не задумываются о том, когда приходят в косметологические магазины или там к косметологу, что у них там за пятна, да, на лицах, на коже лица. И, естественно, особенно молодые девушки, ну и в принципе все, наверное, девушки, да, которые за собой ухаживают и следят, ну, первым делом бегут куда? К косметологам за красотой. Опять-таки, повторюсь, грамотный специалист всегда назначит лечение, всегда отправит на дополнительные, да, какие-то там дополнительные обследования. Есть такие заболевания, допустим, как полиморфная эритема. Да, это страшное заболевание, которое проявляется. Это вообще серозное воспаление сосочкового слоя дермы. И оно проявляется как в полости, приходит ко мне, и я смотрю непосредственно в полость рта, естественно, я обращаю, да, и на лицо, я обращаю внимание на руки, да, если как бы это там летний период. Есть заболевание системная красная волчанка, да, это заболевание соединительной ткани, и соединительная ткань также присутствует в полости рта и на коже, да. Это такая красная бабочка на щеках и на носу, да, очень-очень яркие люди, вот как будто бы вот только что со спорта, да, это тоже заболевание. Да, ну как просто как бабочка, вот это просто ее такое вот, ну, просто вот можно определить, да, поэтому. Вот, разные пузырчатка, да, которые тоже заболевание, немножко грибковое, опять повторюсь, заболевание. Красный плоский лишай, да, еще одно заболевание, которое вообще, в принципе, для женщин после 40 лет больше всего подвержены, да, женщинам после 40 лет, но проявляется по-разному и на красной кайме губ, и на языке, и врачи также, стоматологи это видят и уже направляют, да, соответственно, уже на более детальную консультацию. Но не так, что вот помажьте вот этим, да, там, приложите подорожник, и все пройдет. Поэтому надо всегда думать и быть осознанным. Не думать, что вот у нас сейчас модно, да, мы прочитали что-то в Инстаграме, мы прочитали что-то на Фейсбуке, да, кто-то там нам где-то рассказал, и вот мы летим с вами в голову уже туда, да, но немного надо просто быть осознаннее и как бы понимать, что за свое здоровье надо отвечать действительно, да, нам самим. Кстати, в 21 веке, наверное, такое еще бывает, что у человека, не знаю, сгнил, разрушился зуб во рту, ну, наверное, потому что мы все все-таки привыкли ходить к стоматологам. А вот если вот так произошло, ну, не знаю, вот забегался, забыл в командировке одно, другое, третье, и у тебя уже вообще ползуба разрушилась, сгнила, вообще, может ли это тоже как-то повлиять на нашу кожу, помимо того, что, ну, наверное, не очень приятный запах будет у людей будет? Да, все верно. Еще в дополнение к предыдущему вопросу по поводу общих заболеваний.
А сейчас скажу вот про гнилые зубы, вот я хочу дополнить. Все лор-заболевания очень сильно влияют на зубы и на кожу, да? То есть даже наоборот. Зубные заболевания провоцируют заболевания лор-органов. Это все гаймориты, это все синуситы, тонзиллиты. Если во рту присутствует кариозное поражение, хроническое, долгоиграющее, когда не один зуб поражен, в почти 100% случаев у пациентов будут хронические формы гайморитов и синуситов. Да? Это очень часто затяжные простуды с насморком, да? Когда люди постоянно на спреях, вот, и не могут понять причину. Вроде как бы воспаления нет, а причина будет всегда. И у нас еще есть такие заболевания, как местные, да, я имею в виду, это гранулемы, это кисты зубов, это еще один рассадник инфекции. Они локализуются внутри уже, да, в корнях, это непосредственно внутри, да, зуба, не на самой поверхности, это внутри. И это еще одна проблема сегодняшнего дня, это бич сегодняшнего дня, потому что говорю об этом каждый уже раз, на каждом приеме раз в полгода делайте КТ, компьютерная томограмма зубов. Она покажет полностью все ваши проблемы. И это очень классный, грамотный подход к своему здоровью. Понять, что у тебя болит в одном месте, а раскрутив цепочку событий, да, мы можем абсолютно в другом. Вот. Что там было у нас? Прогнилой зуб. Вот. По поводу гнилых зубов. Мои дорогие, уважаемые коллеги-хирурги, стоматологи, не дадут мне соврать. Когда в полости рта есть гнилой зуб, а, как правило, это гнилой корень, он не болит, он никак не беспокоит, да, и пациенты могут действительно ходить годами. Ну, что там корешок, да, что там, он не болит, он меня никак не беспокоит, я на нем не живу, я его не чувствую, но он есть. И это, опять-таки, бомба замедленного действия, да, когда-нибудь рванет. Я 10 лет отработала в хирургической стоматологии, да, у меня два образования, я терапевт, стоматолог и хирург. И я на самом деле всю эту кухню-то знаю еще изнутри, да, я знаю, к чему приводят такие вот, а, ладно, что там этот корешок, да, этот корешок сидит себе, сидит, гниет себе, гниет потихонечку, да, и взорвется когда-нибудь отеком, да, ну и с последствиями. Поэтому чрезвычайно важно следить вот, конкретно за полостью рта. Маш, может быть, ты нам дашь какие-то рекомендации вообще для того, чтобы сохранить здоровье зубов, кожи, чтобы девчонки знали там, это я больше вообще там никогда есть не буду. По поводу, да, напитков и еды, это тоже, на самом деле, зачастую такой очень классный вопрос. Все, что касается сахара, да, и все, что касается именно простых сахаров, углеводов, это все питательная среда для бактерий, которые образуют кариес. Это все, что мы должны знать, да, это все, что вообще, в принципе, можно понимать про зубы. Кариес питается углеводами, простыми углеводами. Что это такое? Это булки, это сахара, рафинированные. И, да, опять же, это все то, что мы предлагаем исключить девчонкам, у которых есть какие-то акне, прыщи, конечно, кожа, да. Конечно, это очень все взаимосвязано. Любой профессиональный косметолог будет строить абсолютно грамотную диету при заболеваниях, да, при кожных заболеваниях. И без этого уже в мире никуда. И я хочу еще добавить, что молодым мамочкам очень хочется мне сказать и посоветовать, что зло, которое вы приносите домой, вы покупаете сами, да? Это зло в виде чупа-чупсов, это зло в виде уже каких-то с химическим составом, да, там конфет, это зло в виде этих, я даже сейчас не хочу называть фирмы, да, в этих плюшек, в этих каких-то печеньках, в которых просто полные там, да, наши маркеты. Самое страшное, это, естественно, вот чупа-чупсы, потому что длительное
сосание чупа-чупса разрушает зубы гораздо сильнее, да, чем, допустим, вот мы там проглотили какую-то там шоколадочку, да, и побежали. Вот что здесь я рекомендую: полоскать зубы, полоскать рот водой, да, после каждого приема пищи просто взять это себе в режим, да, взять это себе в какую-то вот аскезу, да, как сейчас там модно говорить. Полоскать рот водой после каждого приема пищи. Это очень крутая профилактика. Вот. Кстати, у нас еще есть вопрос. Мы взяли с собой нашу самую популярную зубную щетку. Да. Можешь ли ты ее посмотреть, потрогать и сказать, вот какие у нее плюсы, и за что ее так действительно полюбили? Да. Потому что, несмотря на то, что она такая маленькая, даже мужчины у нас эту щетку любят. Давай, я могу их прыгать. Да, конечно. Так, ну вообще я любитель все тестить, да, те, кто узнают меня давно, узнают, что я люблю тестить пасты, зубные щетки, это следующая вообще история. Вот, слушайте, она очень крутая, очень легкая, мне это уже нравится, потому что, ну, как бы, это вот так даже вкинул там в сумочку и побежал, да, если куда-то надо. Вот. О, слушайте, кстати говоря, очень классная щетина. А знаете, что первое вообще, что у меня бросается в глаза? Так как щеток действительно я перевидала, да, немало в этой в своей практике, маленькая рабочая часть, да, то есть головка маленькая, но не узкая. То есть эта щетка предназначена для вычищения как раз-таки проблемных участков зубов, таких как да, зубы мудрости, третьи коренные моляры. Так вот, это очень классно, да, потому что обычные щетки, которые продаются у нас в супермаркетах, они всегда с большой поверхностью рабочие. И очень трудно добраться до тех мест, где как раз-таки налет в течение дня скапливается очень-очень хорошо. Вот, это вот единственное, наверное, что я сейчас увидела сразу, что мне бросилось в глаза. А как вот щетина, да, да. Вот, будет ли она прочищать? Проникнет ли она в расстояние между зубов? Слушай, достаточно, кстати, плотная, достаточно плотная щетина. Вообще, эту щетку нас любят, наверное, от 5 лет и до 99+. Я думаю, что я, наверное, приобрету такую щетку и возьму, наверное, ее на... У тебя щетка нет. Это большое опущение. Да. И смотри, мы взяли с собой новинку, это наши новые зубные пасты, которые вот уже совсем скоро будут в нашем ассортименте. Здесь отбеливающая зубная паста, это утренняя паста, и паста Gold. Gold паста, она идет именно на вечернее время. Эти пасты были отобраны главным стоматологом Приморского края, она сама практикующий врач. И как раз-таки эта фирма рекомендует делить пасту на утро-вечер. Я их уже тестирую примерно недели две. Могу сказать, они достаточно приятные. Но мы хотели бы предоставить их тебе и узнать мнение, скажем так, не то, которое у нас там в Приморском крае, а наше сибирское мнение для наших сибирских зубов. Так что попробуй, посмотришь. Катя, спасибо. Обязательно попробую, обязательно дам обратную связь. Да, это... Мое любимое хобби, так сказать, да, в моей профессии, поэтому спасибо большое. На днях, кстати, зубные пасты будут в нашем магазине и на сайте. Мы, в общем-то, сегодня, наверное, поговорили обо всем понемногу. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, к Маше, обязательно задавайте их в комментариях, и мы, естественно, ответим на них как можно подробнее. Сейчас у нас есть один вопрос. Да, Полина спрашивает. Вопрос к Марии. А можно ли полоски отбеливающие использовать на зубы, где есть реставрация? Да, конечно, можно, потому что полоски вообще являются щадящей процедурой отбеливания. Это не офисное, да, как мы называем, профессиональное отбеливание, поэтому я думаю, что под контролем, под контролем своего лечащего врача абсолютно спокойно. Насколько я знаю, вот когда я последние пломбы себе делала, так получилось, что зубы у меня не самые лучшие. Пломбы – это уже не модно. Слово пломба – это уже простите, что там у меня? Реставрация. Реставрация. Да. Я знаю, что сейчас современные материалы, они достаточно хорошо подстраиваются под зубы. И даже если ты отбеливаешь, там,
или там отбелил зубы, сделал реставрацию, что со временем, когда зубы темнее, светлее, эти пломбы, ну, как хамелеоны подстраиваются. Да, все верно. На самом деле материалов сейчас куча, я работаю с разными производителями. Естественно, как поведет себя тот или иной, на то или иное отбеливание, хотел сказать, мы можем, ну, только в клинических, да, каких-то условиях наблюдать. Но, во-первых, вы всегда должны понимать, что даже если отбелится свой зуб, а пломба останется цвета такого, да, которого она есть, но, опять-таки, повторюсь, мы в своей клинике спокойно можем подогнать цвет пломбы, да, цвет реставрации под уже зуб отбеленный. Вот, поэтому я думаю, что это не проблема. А если это какая-то свежая, наверное, реставрация, то она подстроится так плавно. А вообще, конечно, желательно сначала прийти на консультацию, сначала мы делаем отбеливание, да, а потом уже мы делаем реставрацию. Это будет более такой, ну, наверное, по протоколу правильный, да, такой вот процесс. Спасибо вам, говорю. Вопрос, я так понимаю, у нас больше нет. Но, а кто не успел свой задать вопрос, обязательно пишите в комментариях. Спасибо тебе большое. Паша, да. Спасибо тебе большое за твои ответы. Надеюсь. Продукцию оставляем, тестируй, чисти. Да. Ну и надеюсь, была полезна, поэтому. Скоро увидимся. Пока-пока.